показывал? Похождение, да. Расскажи еще раз, что вы вчера утворили. Мы очень много пили. Так, куда вы вчера направились после того, как все пошли спать? Куда? Мы пошли на ресепшн. А, тебе что взять надо? К этому милому молодому человеку, который говорит по-русски. Слушай, ты можешь открыть? И мы спросили его, где у вас нажраться? Ну, не так, конечно, говорю, где у вас бар поблизости есть? Он говорит, бар здесь нету. Я говорю, чувак, где выпить-то можно? Нигде. Вот. Он дал нам карту, нарисовал на ней, куда нам пройти. Злачный район, злачный, сказал он нам. И мы шли вот так вот по улице далеко, 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 далеко. Вот здесь вот мы нашли алкогольный магазин, который 24 часа был. В нем затарились, и вот здесь под мостом мы уселись. Вот. Это Висла. Вот. К нам потом подошли местные интеллектуалы. А, я перепутал слово маргиналы. Вот. Один из них очень даже прилично говорил по-русски. Он предложил нам выпить зубровки. Звони, кстати. 1-1-7. 1-1-1. 1-1-1 это... Знаешь, у них 103. Нет? 117. 117? А кто 103 сказал? Нам дали сначала 103. А, вот в чем дело. 117 позвони. Вот. Дальше не помню.